Toyota готовит сразу несколько спорткаров. Компания Toyota готовит линейку спорткаров, которую планирует представить на собственном мероприятии в сентябре. Какими будут новые модели, японцы не говорят. Одной из них могла бы стать новая Supra, но дебют новинки состоится на автошоу в Токио в октябре. В новой спортивной линейке может оказаться серийный вариант концепта Toyota SFR 2015 года, на основе которого несколько лет назад были созданы две модели. Одна из них была прообразом гоночной версии. Тогда японцы уверяли, что на конвейер SFR поставят примерно в 2018 году. Возможно, новинка выйдет под другим названием, но в любом случае будет близка по размерам и массе к MR2. Еще один кандидат на место в новой спортивной линейке Toyota – пятидверный Yaris, уже не раз замеченный фотошпионами на дорогах. Горячая пятидверка появилась после того, как на автошоу в Женеве в марте текущего года был показан заряженный трехдверный хэтч Yaris GR-MN с 1,8-литровым компрессорным мотором мощностью 207 лошадиных сил. Не стоит забывать и о его японском аналоге, Vitz GR-MN, оснащенном 1,5-литровой 152-сильной турбочетверкой. Источник. Drive. По материалам сайта news.com.